Nissan запустил суббренд Outek. Отныне автомобили Nissan в Японии будут представлены двумя суббрендами. Nismo и Outek. Первая – спортивная, вторая – ее комфортный антипод. Outek была образована дочерней компанией Nissan, Outek Japan, занимавшейся тюнингом и переделкой автомобилей Nissan под нужды людей с ограниченными физическими возможностями. Первым логотип Outek получит гибридный минивэн Nissan Serena. Далее переделки подвергнутся модели Access, Rider, Bolero и Mode Premier. Nissan будет предлагать различные основные ценности через наши два суббренда, Nismo и Outek, сказал президент Nismo Такаака Тагири. Мы продолжим предлагать различные программы, чтобы помочь нашим клиентам еще больше наслаждаться автомобилями Nissan. В то время как модели Nismo будут сфокусированы исключительно на производительности, Outek будет ориентироваться на качество, подчеркивая премиальное мастерство, материалы высшего качества и безупречное внимание к деталям. Недавно в семействе Nismo появился минивэн Serena и Concept Leaf. Не меньше доработанных моделей будет и у Outek. Источник: Cars Copes. По материалам сайта newsgra.com.